Несмотря на то, что вокруг кинотеатра «Искра» кипят работы по благоустройству, показ фильмов продолжается. Сегодня сюда в гости пришли участники проекта «Сильные духом, добрые сердцем». Вначале фото и видео на память с благодарностью фонду «Страна чудес». Спасибо, «Страна чудес»! После фотосессии все организованно проходят в фойе. Сегодня дети с ограниченными возможностями здоровья смогут посмотреть хит сезона – кинокартину «Король лев». Подобные акции на постоянной основе устраиваются Ленинской районной организацией Всероссийского общества инвалидов. Мы проводим очень много мероприятий. Культурный досуг, познавательный досуг. Мы очень много организуем поездок в театры, концерты, планетарии, выставки. Мы активно участвуем в различных творческих фестивалях. В рамках проекта «Сильные духом, добрые сердцем» дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья посещают спектакли и концерты, творческие фестивали и познавательные мероприятия, экскурсии и спортивные соревнования. Естественно, все это было бы невозможно без участия спонсоров и меценатов. Помочь детям мы совместно с Ленинским районом организовали посещение кинотеатра, что дети все счастливы, что у них все получилось. Мы уже давно работаем с Ленинским районом организации инвалидов, посещали планетарии, кинотеатры, зоопарки. Проект «Сильные духом, добрые сердцем» выдвинут на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье». Анастасия Моисеева является постоянной участницей различных мероприятий. Совсем недавно она испытала себя в спортивных соревнованиях. И приз получила, и удовольствие. На колясках были, я заняла второе место. И это, как бочерно, мячик кидала, и как подальше закинешь, тем лучше. Ну, вообще, в целом, впечатления и эмоции какие от этого праздника? Ну, мне понравилось, хорошо, пообщались. Погуляли. Постоянно в проекте принимает участие порядка 50 человек. Это дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья и их родители. За 3 года существования проекта для них было организовано более 100 различных мероприятий. И вместе мы можем многое. Мы сделаем все. Мы решим все вопросы. Мы стараемся решить любые проблемы и задачи, которые перед нами стоят. Потому что мы сильные духом и добрые сердцем. Наши сильные духом и добрые сердцем уже спешат в зал, чтобы посмотреть анимационный фильм «Король лев» и получить новую порцию положительных эмоций. Максим Козлов, Александр Будников, Ольга Садовская. Видное ТВ.